Хорошая игра получилась, боевая. Понятно, что крылья Советов по составу и по задачам решают другие у них цели в этом первенстве по сравнению с нашей командой. Но все бы отметить, что второй тайм мы провели в более оборонительном ключе, ввиду того, что некоторые ребята у нас где-то и после болезни, после травм не совсем в оптимальном состоянии находились. Но хочется порадоваться тому, что у нас был сегодня такой более боевой состав, чем в предыдущих матчах. Ввиду этого, я думаю, что концовку этого первенства мы должны провести ударно. А так, прежде всего, хотел поблагодарить ребят за морально-волевые качества, за волю, характер. Понятно, что команда соперника имеет в своем наличии очень хороших исполнителей, хороших футболистов, которые есть задачи повышения в классе. Но мы решаем свои задачи. Я думаю, что, конечно, мы сегодня это очко приобрели, и оно очень важное для нас очко в плане дальнейшего там, уверенности, роста. И нужно двигаться вперед сейчас и готовиться к факелу Воронежу.